Вернемся к проблеме в городе Рудный. Около 1000 жителей города Горняков Кустанайской области несколько часов провели без отопления. Виной, как мы уже отмечали, стала авария на местных теплосетях. Из-за порывов пришлось отключить 33 многоэтажных и 13 частных домов. Люди начали жаловаться на холод в квартирах. Поставили обогреватель, ребенок вот, тепло одет. Сегодня у нас полностью отключили отопление, а до этого сколько раз звонили, толком батареи не грели, дома было холодно. Ранее руководство руднинских теплосетей предупреждало, что износ магистралей достиг критической отметки. В среднем в год на теплосетях фиксируется 300 аварий. Последняя произошла на магистрали с диаметром 323 мм. Из-за этого помимо десятков жилых домов без отопления остались школа, детский сад и колледж. Коммунальщикам удалось временно подключить дома и соцобъекты к отоплению, чтобы не допустить полной разморозки системы. После того, как будет произведен раскоп порыва, на период устранения аварии объекты временно, на короткий промежуток, будут отключены от циркуляции. Работа будет вестись в экстренном режиме аварийными бригадами ТОУ «Руднинские теплосети» до полного устранения аварии.